А ты что хотела ему сделать? Хотела поцелуйчик ему дать. Поцелуйчик ему дать хотела? Вот теперь он хочет поцелуйчик. Лера, с нашим котом опасно целоваться. Он у нас чуть-чуть дурак. Не понимает ласки и объятия, и поцелуйчики, да? Кот, ну-ну-ну. Ну-ну-ну, кот, я же к тебе с любовью, а ты... Правда? У нас же с тобой кот любовь, а ты хулиган такой. Кот хотел еще меня укусить. Ну ты уже большая, ты ему сдачи всегда дашь, правда? Ты, ну все, хватит его целовать. Ходите с котом? Да. Лера научит кота ходить обязательно. Что ты ему делаешь? Это кот балдеет или ты? Кот. Кот сейчас уходит. Наш кот скоро будет дрессированный. Лера, только ты ж нежно, осторожно с котом, хорошо? Орлята учатся летать, котята учатся ходить. Еще потанцуешь с ним? Да. Что-то он не очень с тобой хочет танцевать. Да. Кот, конечно, очень радуется, когда Лера в детском садике. Кот. Ты его очень любишь? Да. А он тебя? Как ты думаешь, он тебя любит? Лерочка. Он на трех ногах стоит. На трех? Где же на трех, как на двух? На двух. На трех. Ну каких же трех? На хвосте, что ли? Да. Хвост это ж не нога. Тяжелый? Да. Ну да, он у нас весит 5 килограмм. Кто довольный? Лера. Все, хватит, заяц. Отпускай кота. Хватит его мучить на сегодня. Хочу показать, какую интересную штучку я купила для взбивания молока, чтобы пенка образовывалась. Вот такая штучка. Узнала о ней совершенно случайно. Очень люблю кафе Афух, то есть, ну, капучино такое с пенкой сверху. И не знала, как же мне его сделать. А увидела вот такую штуку у знакомых. Решила купить себе. Работает от батарейки. Сейчас покажу. Вот смотрите, сколько у меня в чашке молока. Совсем немного, да? И сейчас я начинаю взбивать. Такая вибрация взбивает мне пенку. Масса в стакане сразу увеличивается. Там буквально несколько секунд, ну там где-то секунд, полминутки надо, в принципе, чтобы взбить пенку. Видите, уже почти половина стакана. Пока взбиваю, покажу. Вот тут я приготовила уже кофе. Это у меня кофе, в который я добавила чуть-чуть сливок. Что-то именно так я люблю пить кофе со сливками и с молоком. И сейчас покажу, какой напиток получается. Все, в принципе, достаточно. Сбита половина чашки. И смотрите, какое чудо-юдо. Выливаю сюда свою кофе, и у меня вот получается вот такой напиток. Можно назвать это кафе Афух, можно назвать это латте, кто-то хочет. Но латте обычно еще внизу и с прослойком пены. Мне так очень вкусно, так что рекомендую. Кофе я люблю пить без сахара, но с чем-то сладеньким, либо солененьким. А солененькое, вот я покупаю болгарит 4%, он очень классный, такой нежный, солененький, я обожаю с ним пить кофе. Покупила себе вот такие супер-пупер бельгийские вафли, как я думала. Это немецкие. И они на упаковке, видите, выглядят очень аппетитно. Да, и вот тут тоже выглядят очень аппетитно. Но я-то думала, они хрустящие. А оказывается, они вот, смотрите, они вот такие. Их можно завернуть в рулетик. Они просто пропитаны какой-то намазкой, которая идет с медом, корицей.
очень-очень что-то такое сладкое, но абсолютно невкусное. Я думала, эти вафли просто как бы без начинки, без ничего. Мало ли, что они там нарисовали на рисунку. Я думала, что просто можно смазывать самим, чем хочешь. Либо так хрустеть. Оказалось, нет. Так что, если встретите вот такие вафли, и упаковка вас внешне очень порадует, хочу вас расстроить. Это не очень вкусно. А еще на днях в русском магазине купила вот такие батончики. Ну, когда я вот увидела их вот так вот, в таком виде, обрадовалась, потому что помню, когда-то покупала. Такой вкус детства, знаете, они очень такие интересные были, они слишком сладкие и вкусные. А тут развернула, а батончик выглядит вот так. И, если честно, совсем невкусный. Так что только испортила сколько? Перевела 10 шекелей, потому что купила грамм 200 где-то. Пей водичку. Лера пьет с большой бутылки. Давай, пей. Не могу. А почему что не можешь? А? Почему же у тебя не получается? Давай, пей. Ну, пей. Что? Давать маленькую? Хочу. Не доросла ты еще пить с большой бутылки. Надо с маленькой, правда? Вкусно тебе? Все, ложишься спать, цыпленок? Я не цыпленок. А кто же ты? Валерия. Ты Валерия? Кто же ты? Валерия. Я думала, ты цыпленок.